Повышать престиж и роль отца в воспитании детей – такую задачу поставил Союз женщин Самарского региона и города Самара. Союзы женщин сейчас активно работают не только в регионе, но и в каждом районе города. А вот союзов отцов в Самаре нет. Хотя в разных районах области ежегодно проводят праздники, посвященные отцам. Награждают самых достойных и деятельных. Но внимания главам семей все же недостаточно. Кроме того, на президиуме Совета женщин Самары обсудили вопрос пропаганды здоровой семьи. То есть официально зарегистрированной. Именно такая ячейка общества – гарантия защиты прав ребенка. Чтобы был разговор про семью, о роли семьи, чтобы поднималась роль отца в нашем обществе.